Уже в субботу в соседней Литве отменили так называемый паспорт возможностей. С сегодняшнего дня начала вводить послабления и Эстония. А что же мы? Сегодня с планом отмены ограничений министр экономики отправился к партнерам по коалиции. Еще утром его благословили предприниматели, а музыканты в качестве напутствия опубликовали призыв к правительству. Сергей Герасимов расскажет подробнее. Как жить дальше? К этому свелась суть вопроса, который министр экономики сегодня обсудил с представителями бизнеса. Одна из самых болезненных для предпринимателей тем – ковид-сертификаты. Как бы их взять и отменить и в сфере услуг, и на рабочих местах, и поскорее. Ведь с 15 февраля тех, кого работодатель отправил на простой из-за отсутствия сертификата, нужно будет увольнять. Из общего числа работающих 96% привиты. Это значит, что задача фактически выполнена. Мы просим дать работать всем отраслям. Также рационально было бы отложить вопрос о необходимости сертификатов о вакцинации или перенесенном заболеваниями на рабочем месте после 15 февраля. Ясно, что работодателям сейчас любой человек важен. Напомним, что с минувшей субботы аналог латвийских ковид-сертификатов больше не требуется в соседней Литве. С 21 февраля они исчезнут в Эстонии. С условием, если ситуация в больницах будет стабильна. Некоторые послабления введены уже сегодня. В Латвийской торгово-промышленной палате сегодня призвали идти еще дальше и покончить и с другими ограничениями в Латвии. Каких-то там, не знаю, в помещениях, где-то бы употреблялись бы маски или там вентиляция и тому подобное. Но это было уже на уровне рекомендаций, да. Иначе, если мы будем опять тормозить, мы получим опять один удар по экономике. Тем более, если Литва уже отменила все, эстонцы тоже идут, это будет многим отраслям опять сильный удар. Сегодня же целый ряд организаторов мероприятий и музыкантов призвали правительство наконец дать им полноценно работать. Мы смотрим на то, что происходит в Эстонии и Литве. Показатели заболеваемости у нас более или менее схожи. А у них концерты происходят, спортивные мероприятия тоже. Хотелось бы, чтобы у нас все было единым на уровне ограничений, по крайней мере, в Балтии. Переговорив с предпринимателями, министр экономики отправился на переговоры с коалицией со следующим списком. Отменить ограничения на рабочее время и дистанцию в заведениях общепита. На дистанцию между рабочими местами, на собрания, а также разрешить работать всем отраслям, в которых сейчас действуют ограничения. И еще одно предложение. Отказаться от необходимости показывать COVID-сертификат при получении услуг или при очной работе. При этом требование носить медицинские маски или респираторы в общественных местах по-прежнему должно остаться в силе, по крайней мере, до мая. Сергей Герасимов, Илья Козин, РУСЛСМ, Латвийское телевидение.